Почтеннейшие дамы и господа, здравствуйте. Левитанский Юрий Давидович. Мне нравится иронический человек. И взгляд его иронический из-под век. И черточка эта тоненькая у рта. Иронии отличительная черта. Мне нравится иронический человек. Он в сущности героический человек. Мне нравится иронический его взгляд на вещи, которые вас, извините, злят. И можно себе представить его в пенсне, листающим послезавтрашний календарь. И можно себе представить в его письме какое-нибудь старинное, мил сударь. Но зря, если он представится вам шутом. Ирония, она служит ему щитом. И можно себе представить, как этот щит шатается под ударами и трещит. И все-таки сквозь трагический этот век проходит он, иронический человек. И можно себе представить его с мечом, качающимся над слабым его плечом. Но дело не в том, как меч у него остер, а в том, как идет с улыбкою на костер. И как перед этим он произносит: да, горячий денек, не правда ли, господа? Когда же свеча последняя догорит, а пламень небес едва еще лиловат, смущенно я умираю, он говорит, как будто бы извиняется, виноват. И можно себе представить смиренный лик, и можно себе представить огромный рост, но он уходит так же прост и велик, как был за миг перед этим велик и прост. И он уходит, некого, мол, корить, как будто ушел из комнаты покурить, на улицу вышел воздухом подышать и просит не затрудняться, не провожать. Спасибо.